Песня написана была совершенно, как бы, вот как выдох. Я приехал в Чкаловский, передавал бумажки там знакомым, и вечером возвращался на электричке с людьми, которых привез борт из Моздока. Это было в 1900, в общем, в конце Второй войны чеченской. Никто их не встречал, никому они были не нужны. У них было на всех 25 человек, 5 рублей денег всего. Они пошли, купили себе две бутылки пива. И вот я смотрел на все это дело, думал, Господи Боже. И винить некого, и плакать некому. Это вот... Ну и ладно. Мерс 600, бедр 80-ка, а салон это башней обрез. Дискотека, топтание в присядку, когда холод подватник залез. Казино — это камни блокпоста, а рулетка — стрельба в темноте. Видишь, брат, все красиво и просто. Жаль, что фишки немного не те. Жаль, что фишки теперь наши души, красным нашей зеленым они. Нас ведут по военному плюшу, чтоб на деньги потом заменить. Нам тушенка достанется с хлебом, гильзы теплые, что отстрелял. Нам достанется синее небо или черная эта земля. Нам достанется ночь в карауле, в кулаке сигаретный дымок. Нам достанется снайпера пуля или фугаса под бетром рывок. Нам достанется все понемногу. Об одном попросить я прошу. Если коль увидите где-нибудь Бога, пусть от нас он оставит чуть-чуть. Коль увидите где-нибудь Бога, пусть от нас он оставит чуть-чуть.